коллегу Хохову снимал бы вальс. Звонит. Играю матч. Я саму Антоху попросил, чтобы он принес, потому что пока я стал, да, он, блядь, обычный тоненький, многие ездят, хорошо. Сейчас, секунду, он там, он там принес какие-то вроде. Магазин ты имеешь в виду? Не, Антоха Глуховский, он там продает, где я есть. Ну, магазин, да, там, где-то, да? Ну, нормально, вот такие короткие. Сейчас, буквально минуты. Да, мне все равно. Чтобы они там у нас. Не-не-не, ну сколько? Дай ты лучше выходи. Вон, через этот лучше не ставишь.
знать мне вообще не все равно. Подачу и прием? Да. Ну давай прием. Давай. Ты в сторону убираешь? А, я, получается, да, в сторону убираю. Давай я. Давай останемся там. Ну почем он тебе дал? 2000 рублей, три пары. Теперь заиграешь? Да нет, ну просто в тоненький, знаешь, нога есть. Я как-то недавно тоже... Это, кстати, тоже тонкие, у меня вот такие же вот, только красные. Они тоже тонкие, у меня тоже. Ну да. Палец большой. Да, кстати, ты прав, они тоже тонкие. Тоже, ну, просто в этих, которые не теннисные, они совсем больше. Я как-то тоже забыл носки, играл мне. Вот это движу, у меня нога с кроссовками всякие. Ну понятно, да. Так, что я забыл? Ты подаешь или принимаешь? Ты подаешь? Да. А я выбрал, а кстати так и стояли. Давай так, давай. Хороший. Давай.
меня еще один, сейчас дам. Да, один только. Да, еще один. Слушай, а еще один. Вроде да, не улетал. А? А может быть, смотри.
1-2, правильно? Да, 2-2, 1-2. 2-0 было. Так, верстовая подачка. А получается, я начинал? Да.
Спасибо. Облить бы его от скользких зараза. Будет намного лучше, конечно. Мало элемент, он очень скользкий, когда ветер снова. Когда я играл после вчера, вообще каждый второй мяч скользил, потому что грунта нет. Ну да, раньше еще хуже было, сейчас хоть. Но это видишь, это похоже не грунт, это карьерный песок. Ну, что там, чем они там? Должен быть грунт, по идее. А грунт он желтого цвета даже, а это видишь, такой.
было похоже. Нередкое имя, Сергей. Нет, почему дал себя надо, блин.
Да, по-моему, форс тогда чуть-чуть облыл. Получше стало, да, не так скользко. Не то, что скользко, а приятен по ощущениям, мне кажется. Для чего это? Твоя или моя? Я думал, что твоя, моя. А я свою выпил. Давай пошли, не знаю. Да, бутылку. Налить? У тебя есть? Ну, давай я себе это лежу. Мне тут есть еще, если что, отсюда можно, ну. Слушай, запах.
с усатыми-то пару минуток. Опасность. Даже не из-за комфорта, а просто взять опасность. Перехода нет, Серёга. Ау.
3 месяца. Я сюда пошел, потренировался, до такого состояния, что ноги свалить стало. Ты вчера играл? Не, мы вчера не играли. А. Позавчера. Мы сыграли позавчера. Димка Игнатьев меня там загонял. Вчера, блядь, зачем-то я вечером последний с Лёхой Журавлёв позвонил, а я думал, ну пойдем постучим. Часик не постучали, блядь, здесь все пиздец. Ноги, блядь, чисто сводят вообще. А что? А? Я тебе говорю, хороший, очень хороший был. Мне очень нравится. Растягивай мышцы. Не будет. Кстати, передний. Да, да, вот так берешь, так становишься, и не представляешь, чтобы здесь болит. Вот он. А, и все. И ноги у тебя уже нормальные. Попробуй. Да, да. Надо раньше было. Ну, дело хотел.
неправильно сделал. Ты ее кладешь вот так и ногу? Да. И спину прогибаешь, вот эту часть у тебя. Вот. А, вот так все тянуть, да, 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 да. Тянешь, еще сильно напрягать, почувствуешь. Нам было, блядь, в будущем здравом уме вчера отдохнуть здесь. А я попёрся. Охуящий, полтора часа. Все, вот стой прямо. Можешь вот согнуть ногу. Горит? Спину выгибаешь. Потерпи, минуту-две вот так. Сделай на каждую ногу, и все, будешь летать. Серега начнет летать пошел. Я мертвый вообще, блядь, такой мертвый. Я вообще еле-еле пошел тебя послушать. Я не знаю, как так получилось, что я даже не слышал. А я что-то в 7 проснулся. Приехал в кавалер. С утра, блядь, надо было машину в сервис. Что, блядь, барахты с самого утра. Пенис, блядь, сложно, блядь. Сделал бы, блядь, машину. Знаешь, там была печня, и два пожара. Ну такая, причем, что там за год, блядь, я особо не заливал, блядь. Ну хочу, чтобы все идеально было, приехал бы на стране. Они поменяли прокладку, блядь. Стояло под давление, специально проверяли, блядь, гарантии, все. Я сидел, все равно, блядь, муж такая, огромная машина, работает туда. Я сейчас с утра привез, они опять включили давление, там за все щели, радиатор, паспорт, мотора. Это как? Они говорят, ну, блядь, ну, как-то так, полная система, не знаю, наружу. Тебя же красят? Да.
не тоже элемент системы. Согласен. Опять, да? Да. Да. Да, слышу. А, спасибо. Сейчас, извини, не могу говорить.
Дальше. Счет. С 11 до часа мы позже начали. Давай, я побежал, мне надо закончить сейчас.